У нас есть охрана? Ребята, я вас объявляю, вы что-то не поняли. Так, попрошу внимания, дорогие друзья. А сейчас наша третья сказка. Курочка ряба, не ожидали, да? Ожидали. Да, совершенно неожиданно. Для всех. Курочка ряба, похлопаем под ваши руки. Ну, начинаем. Курочка ряба. Пантомима. Пантомима, курочка ряба, да. Это бабушка, да? Конечно. У вас без слов, Виолетта.